Привет! Вот и настал день проверки мордушек. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас попалось. Сначала проверим квадратную, которую ставим. И потом посмотрим ту круглую. Опа, вот так. Надеюсь, видно, нет? Посмотрим, вскроем. Не видно сейчас. Делаем пониже. Сейчас посмотрим. Ветер сегодня. Не знаю, как получится запись. Ветер сегодня сильный. Так. Вот, вот оно. Вычистить. Закладывал уже в прошлый раз. Две штучки, две андатры попалось. Сыне? Мало, правда, я думал больше. Ну то неплохо, андатра крупная, две штуки попалось. Сейчас вскроем. Вытащим. Так, одну откручу, наверное. Вот эту. Две. Ожидал, конечно, больше. Ну и две пойдет. Тоже неплохо. Вот таких вот. Хорошо их обтереть. Таких вот две штуки. Вот они, две попались. Прям отличный. Сейчас пойдем проверим. Сейчас эту поставлю мордушку и проверим следующую мордушку. Включусь там. Вот и вторая. Приехали на вторую. Извиняюсь за звук, конечно, ветер. Ветер сильный, вообще дует прям. Все, причем сносит. Капли не замерзли даже. Наверное, они здесь плавали спокойно. Thank you.
нет. Здесь нет попаданий. Оно не замерзло. Даже они сбоку подплывали и спокойно плавали здесь. Переставлять ее в другое место, значит. Пусто. В одну попалась морду, в одну ничего не попалось. Ну, на этом все. Сейчас поеду я эту мордочку, морду поставлю еще. Другой вариант. Там сбоку был проход. Я думал, он замерзнет. Где я кидал лед на него, но он не успел этот замерзнуть. Андатры прогрызли все-таки его. И плавали туда. Ну, что ж теперь поделаешь. Две так, две. Ну, будем ставить, сейчас поставлю, потом еще в следующий раз все равно я поеду, сниму, посмотрим, что в следующий раз поймает. Всем удачи, всем пока.